могут экскурсии делать по этим всем белым скалам. Эти белые скалы не только красивые, но еще и богатые морской фауной, которую можно и геологически объяснить, там, палеонтологически затронуть эту тему. Тоже можно. И отсюда же можно совершать на Божий Ру поездку. 40 километров, пожалуйста, поехал, 40? Приехал. 40? Да, 40. Ой, пожалуйста. Вообще здорово. Да, здесь проехать можно отсюда, если через... Вам сказали 70 километров. Нет, смотря как ехать, по трассе или так, напрямую я показываю. По красивым барханчикам. Потом показать гору Бухты, которая на 1000 тенге. Потом дальше у нас идет Божира. И вот этот вот как раз таки круг можно красиво сделать. И обратно вернуться можно обратно по асфальту. Можно обратно также захватить руку. Это просто предположение. Сейчас мы говорим о предположениях. Не говорим о том, что так варианты, должно быть лучше варианты. Или хуже. Но, варианты. Но это оптимальный вариант. Варианты здесь, просто да. Предлагаем. Да. 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 Конечно, да, да, само собой. Люди могут продавать да, свои поделки какие-то. Да, да, да. Это один из вариантов. Верблюда. Да, инклюзивный туризм. Да, да, да. Это поехать дальше. Да, попробовать да. Местную культуру, увидеть, познакомиться с ней. Да, 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 да. Полежать в отеле и посмотреть на Божий Ру. Да. Почувствовать культуру. Да, да, да. Потому что нужно помнить, кроме Божий Ру, есть другие объекты здесь для посещения. Это разные группы можно. Изучение населения, воспитание определенное. Да, это иконные туры. Получение уровня образования, ментальное изменение. Маленькие музейчики, мини-музейчики, гостевые дома, цех ремесленника. Это все можно вовлекать в туристическую индустрию для интереса. Ну, это перекресток всех дорог. Узловой пункт такой, хаб. Да. И самое главное, да, самое главное, здесь есть вода, здесь есть электричество. Его не отвлекают. Конечно, здесь под землей вода. Здесь самая лучшая вода. Есть люди. Да. И тянуть не здесь надо, люди есть, которых можно всех. Привлечь, которые могут зарабатывать. This ain't no upwardly mobile freeway. Oh no, this is the road. So this is the road. This is the road. Егеря Сябаевского Тушканского заповедника нам не разрешают ехать в связи с тем, что погодные условия не позволяют нам типа доехать. Хорошо, хорошо, хорошо. Поняла вас. Солнце идет, теряем. Я вот просто гражданин Казахстана. Просто гражданин Казахстана. Так и присядь. Я Ахмалишева Алия Карлайна приехала, право качает. Давайте мы с вами созвонимся, да, времени нету, кешерность.